доброе раннее утро, но оно уже не такое раннее, уже 5:40. И в этом видео с вами хочу поговорить о погоде в Дубае, какие здесь времена года есть и как они сейчас меняются. Прожив в Дубае больше года, я могу примерно сказать, что такие хорошие месяцы для отдыха считаются с ноября вот и по конец марта. Днем можете гулять, ветерок дует, и на пляж будет хорошо ходить. Ветер дует, но не настолько, то чтобы я видел, некоторые люди носят пуховики, либо даже сапоги, и я думаю, кто в шапку ходит, но честно, это мое мнение, я считаю, что нет такой нужды носить настолько теплые вещи. В этом году, наверное, стало жарко где-то под конец мая, то есть стало уже душно, 35-40 градусов, добавить даже и больше, но и то, что здесь очень высокая влажность, вам кажется очень дышать сложно, ну, душно, и в связи с этим жара очень плохо переносит. Бывает, что ты стоишь на улице 2 минуты, а с тебя уже под ручьем идет. Вот так, ну, это, конечно, образно. У нас раннее утро такое, ну, не совсем раннее, уже почти 6. Обычно в 6 начинаю я работать в последнее время. Я привыкаю, и сейчас мне нормально. Я хочу сказать, утро раннее, ветерок дует, солнце еще вон так поднимается. Лето 2018 года было очень жарким. Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас стало жарче пораньше, но почему-то последние дни уже погода такая странная, то что даже вот часов 8 или 9 вечера на улице чуть-чуть ветерок дует, и вообще нормально. Конечно, жарко, но не так, конечно, как днем. Вот. А сейчас время, почему мне нравится, потому что птички поют, солнца еще нету, можно еще погулять. Вот, и дышится не так тяжело. Если вы хотите сходить на пляж летом, то рекомендую ходить либо поздно вечером, даже часов 8-9 вечера, и либо утром, вот примерно в такое время, в 5 утра, либо в 6, потому что в 7:30 уже становится припекать. И, кстати, если вся надежда есть на воду, то вода уже не такая прохладная, она достаточно теплая, а днем она прям реально горячая. Зимой вода, конечно, классная, она ближе к обеду прогревается, и вообще можно весь день находиться на пляже. Сегодня 1 июля, второй месяц лета. Желаем удачного начала этого месяца. Впереди жаркое время очень. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. Хорошего дня!